Так он умер или нет? Да вроде дышит, пахнет. У него башка разбита. А, да. Mm. Слышишь, у него пульс есть и не имеет. Нормальный дышит. Пульс у него. Он просто оглушенный. То есть он не замедленный. Так вот тащи. Я не знаю. Тащи. Тачку можешь подогнать сюда? Она сюда проедет? Я ебал, давай за ноги. Нет, давай. А? Давай за ноги, что ли? Как, за руки его тащить? Нет, давай так. Да выключи камеру, хотя бы сейчас докуда дотащим, куда я проеду. Не выключи, если начнется, хочу заснять этого урода. Он же хотел на память поснимать. Вот сейчас давай, жопой туда, руками туда, все, потащили. Короче, мы просто запарились уже тащить, сейчас Кирилл должен подъехать. Почему Герасим его вообще не захерачил, я не понимаю. Я бы сам бы хотел его сейчас добить, но Кирилл меня убедил, что мы так не найдем вообще Санька ни за что. Поэтому, что это было? А, блядь! Вы что нахуй творите, блядь? А ты что, живой, что ли, сука? Сучоныш, ты что, где наш друг, падла? Где друг наш, урод, сука? Где друг наш? Кирилл, блядь, давай! Ты давай, сейчас от истечения крови сдохнешь, падла, если не скажешь, где друг. Блядь, я вас всех переживу, суки. Давай. Я вас всех переживу.